Знакомый аппаратик стоит. Тоже Витёк в гости заехал. Кофейку попить. Мы тормознули, сейчас кофейку попьем. Че, все нормально? Дядя Витя. О. Все в огнях. Здрасте. Привет, привет. Да. Короче, сидуха нужна, пацаны. Ну, да. Эту я отремонтирую. Мне нужна или сюда сидуха, или в КамАЗ сидуха на воздухе. Это будем ремонтировать. Сейчас с Валентином разговаривал. Есть вариант, да, сделать? Да, есть вариант сделать, да, там запчасти, не знаю, найду, не найду, сиденье старое, 98-й год. Поэтому нужно, короче, Ну, полностью, короче, сидушка, да, нужна, сидушка, да? Да, нужна полностью. Целиком. У кого что есть, тогда пишите. Да, и еще... Телефон там, кто это все время спрашивает, куда что писать. Телефон всегда под каждым видео в описании, телефон. Нет. WhatsApp, позвонили, если не стесняйтесь. Ася КамАЗовский. А, да, Ася КамАЗовский На клинах. 2006 год. Тоже, если кому надо. Все в сборе. Трещотки. Да, полностью. Ну, полностью все в сборе. Без колес только, да? Да, только без колес поставил. Но. И поехал. Так что так. Пишите. Короче, пацаны, стою на загрузке. Пока до загрузки доехал, три прокладки поменял под коллектором. Вот эти прокладки покупал, которые говно полное. Вот, это типа с Каменца с 15-го. А это я МЗ-240. Один в один прокладки, если кто не знал. Их ставишь и забываешь. Думал оригинальные купить, но они их выплевывают. Турбина как в нагрузку идет, его сразу выплевывают, короче. Три прокладки поменял, пока 50 километров проехал до загрузки. Поменял три прокладки. Цена вопроса 50 рублей одной штуки. Это если кто не знал. Так, всем привет. Че, я на загрузке и уже грязный. Короче, пока до загрузки доехал, выплюнул он у меня все вот эти прокладки. Вот эти, которые прокладки я заказывал, да? Которые ждал. Думал, оригинал. Но они не оригинал. Оригинал, конечно, железные, но... Ну, думал, короче, не подбирать ничего, не выпендриваться. Заказал, типа, бля, ну, аналог. Но он их повыплевывал. Три штуки выплюнул, пока я до загрузки доехал. Ну, это плюс-минус, там, километров 40. Короче, пока я проехал, три прокладки выплюнул. Стою в Каменке. Капот задратый. А чё, капот задратый, короче. Выплюнул опять очередную прокладку этот. Китайский ширпотреб. Он даже не китайский. Он русский. Я просто на чё, обратите внимание, да, вот. Нормальная прокладка с кольцом, с обжимным, да, вот, стальное кольцо. А здесь его нету. Вот это запасная прокладка. У меня осталось их две штуки. Все, вот это осталось, вот это. Буду ставить вот такую еще опять. Потому что мне надо образец им показать, какие прокладки. И дай бог, сейчас нормально все, до магазина доеду, возьму сразу 6, наверное, 12 таких вот прокладок. 12 возьму таких прокладок новых. И потом сейчас на магните буду стоять. Вроде у меня там простой намечается на двое суток. Я их там на магните все спокойно поменяю. Ну ладно, что. А вот я его выбила. Вот его выбила. Сейчас закрутим. Короче, сходил, затарился прокладками. Понакупил прокладок. Понакупил в таком месте. Короче, в магазине для тракторов, для американского тягача, запчастюльки, да? Ладно, главное, работает. Главное, оно это все работает. Ну, тоже качество, смотрите, вот. Этот хороший качество, да? А вот эти какие-то... Ну, то, что обжатые, они нормально. Ладно, короче, все равно получше качество, чем те были. О, сейчас до Пашка заеду. Кофейку попьем, по пару бутербродов сидим. Наш трачок стоит, да? Да помчим дальше. Ну что, ну вот я в принципе, ну не в принципе, все, я на месте благополучно добрался до тандыра, он же Магнит.
Вот это что за маневр был, как непонятный такой. Куда требуются водителя? Куда-то мальчик торопился. Ну, не фартануло, не повезло, да? Сейчас меня с правой стороны зачем прогонять. Да-да-да. Что и подтвердилось. Народу больше, чем людей, да? Так, мне куда-нибудь воткнуться. Желательно не с рефами рядом. И было бы шикарненько. Ладно, все, паркуемся. Идем документы относим. И ждем звонка. Вот что-то мимо проехал. Редвана не заметил. В реалите тоже наш липецкий, кстати. Так, что, переночевал на тандыре на этом. Не знаю, чем сейчас буду заниматься. Сейчас покажу. Так, а заниматься буду, значит, вот химия, которую понасоветовали пацаны, да, в комментах вот. Вот очиститель салона, потом универсальный очиститель, вот такую хренотень заказал, вот со всякими разными насадками пришла. Короче, еще то ли одна, то ли две химии еще мне, как бы уже пришли, ну пришли тогда, когда я в рейс уехал. Ну ладно, пока чем есть, сейчас буду очищать. Сейчас у меня вопрос стоит, вот эту вот подключить дойку. Получится, не получится. Потому что я с собой шланг не взял подкачки. Ну ладно, сейчас тут пару вариантов есть, сейчас попробую. Если получится, сейчас ей будем все мыть. Если не получится, то без нее. Ну, так бы, конечно, сидушки ей бы отмыть, вот это вот все. Это что на сидушках все есть. Ей бы подмыла. Ну вот это, соответственно. Все, ей бы сейчас прям так. Ништяк было. Ладно, сейчас попробуем. Так, все, подключил воздух. Сейчас тут повдувал везде весь мусор. Здесь. Здесь коврики, шмоврики, короче, чисто пистолетом вот. Вот этим пистолетом повдувал. Значит, что сейчас буду как-то вот эту штуку настраивать. Я, правда, и ни разу не пользовался. Так, в Ютубе посмотрел, как ей пользуются. Сейчас буду сюда химию наливать, пробовать. Точнее, даже не химию, а ферри с водой сюда. Вот этой химией все пшикать и ей мыть. Сейчас буду пробовать, как она работает. Вот первая химия. И смотрите, прям тест. Видите, она отмывает уже сама по себе. О. Видишь, все потекло как. Да вот эта хрень, честно говоря, как бы меня чуть-чуть разочаровала. Так как-то стало так.
Короче, все, занимаемся. Нормуль, да? Ну, вот такой результат, пацаны. Смотрите. Вот берешь химию, так, чик-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 чик. У меня уже, правда, химия кончилась. Панель отмыл, здесь подмывал, здесь подмывал, здесь розетку только убрать надо. Вот. Было так, стало так. Видно, да? Ну, короче, еще мыть-то до хрена. У меня химия уже кончилась. Ладно, сейчас. Насколько хватит. Там у меня еще один тюбик химии есть. Сегодня, думаю, панель отмыть вот этот. Переднюю часть все. Сейчас мы ее еще раз замочим все. Я здесь уже замачивал этой химией. Ну, еще разочек. Везде все промочим. Это вот она стекла уже. Ну и получается, что, берешь и вот так. Получается примерно такой результат. Сейчас салфетками все вытру по-быстрому, полотенцем. Пока ничего не засохло. Так, до сидушек добрался. Вот это пассажирская, помните, да, какая была? Вот это вот водительская. Химия подшикал, теща торнадо. Насадку поменял. Чисто химия и торнадо, и все. Ой, какая красота, да. С этой стороны не цикл сидел. Так, хочу выразить благодарность всем, кто мне посоветовал химию. Всем большая-большая благодарность от меня, пацаны. Большое спасибо. Просто шикардос, а не химия. Это я говорю, это мне еще не вся химия пришла, которую мне посоветовали. Ну, она не с собой, да, у меня. Ну, а так, что у нас, салончик преображается, да? Чистенько. Здесь все сейчас, ну, еще раз пройду еще по бырикому. Сейчас еще раз химия все позаливаю, вот это не берет. Ну, вот еще грязная. Ну, как бы время есть, короче, занимаемся. Химчисткой салона, так сказать, да? Ну, что, сидушечки поотмывал. Везде... Ну, ручки, хиручки, короче, все подмывал. Теперь такую химию беру, очиститель салона. Она как пена такая, прикольненькая. Сейчас все наносим ей. Полностью всю. Заливаем все, что можно залить. И, как я понял, потом чисто вытираем, и все у нас будет. Шикардос. Короче, все, заливаю так. И потом результат еще раз покажу. Ну вот, как отмыл. Здесь отмыл. Вот, поотмывал. Здесь не мыл, здесь помыл. Разница есть, да? Карту отмыл. И панель отмыл. Вон, даже датчики заблестели. Сидушки поотмывал. Здесь забыл отмыть. Просто тупо забыл.
О, пацаны, еще аппаратик какой есть. Реалитетный. Гайка-футорка. На клинах. Клиня, кстати, это все американское, все родное. Это не камазовские клиня. Все родное американское. На рессорах. Такой. Бодрячком, кстати, аппаратик такой вообще. Двигатель. Каменс механический. Вот, кстати, как на Фредди хочу пружинки сделать. Кабину, чтобы было вот так же. По раме, смотрите. Старый Интер, да, рама какая. Ну и более-менее современный Интер. Есть разница? И толщина. И толщина примерно. У меня потолще, наверное. Да, потолще у меня. На магните в паре с таким красавчиком сегодня иду, с International. Так, значит, что еду в Ульяновск на загрузку. Ну и так, в принципе, что, все, еду в Ульяновск на загрузку. Дай бог, все нормально, загружусь. Окошки не помыл. Стоял и окна не помыл. Ладно, сейчас в Ульяновске помою. Пацаны все спят. Время у нас 5 утра. Ну, по местному пускай 6 утра. Вчера тут подписчику привет, на во льве будешь смотреть. Вчера подходил. Познакомились, посидели. Но с пацанами тоже вчера, ну, получается, сегодня до часу ночи хихихаха на всю стоянку там. Короче, в час разошлись. Ну и вот, поехали. Мостик делают. На загрузку здесь с терминатором. Машинку вам чуть-чуть показать. Подогрев какой бака. То есть антифриз заходит, антифриз выходит, подача топлива, обратка топлива, бак греется, да? Ну, на современных, более-менее на современных машинах колбой греется, а здесь так греется. Вот. Движочек механический, вот он, насосик. Полная механика, автоматики никакой нету. Сейчас там прокладочка потекла, маслица чуть даванула, сейчас поменяет. А этот держатель, вот я даже не знал, что держатель такой есть. Кабину поднимаешь и фиксатор такой чпок на цилиндр. И все. Все чиненько. Турбочка. Вот механический Каменс. Это реально реалитет. Уже редкость на наших дорогах. Вообще единицы таких остались. Единицы. Ну что, ребят, вот так вот. Грубо говоря, щелчок, и я в Липецке, да? Все, иду оформляться на заезд.
заезжаю, разгружаюсь. И, как говорится, до новых встреч. Все, такое видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.